Состоявшийся в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ круглый стол объединил специалистов сразу двух областей, а именно религиоведения и педагогики. Темой обсуждения стало школьное образование детей мусульман, а также проблемы образовательных процессов и их решения. В нашей республике мусульман тоже есть свои потребности в сфере образования. Конечно же, в Татарстане это учитывается, то есть у нас во многих школах есть, например, халяльное питание, да, есть возможность, допустим, обучаться в специализированной школе. Выбор школы – очень ответственное дело. Особенно этот выбор непрост для мусульманских семей в огромных мегаполисах, так как необходимо учитывать многие моменты. И мы хотели бы сегодня обсудить, вот, какие возможности есть у мусульман, да, для обучения именно в школьном образовании. Также есть такая форма образования, как семейное образование. То есть сейчас мусульмане тоже активно к ней обращаются. И какие вопросы есть в каждой форме образования, какие проблемы, какие решения. То есть немножко вот об этом поговорить и наметить дальнейшие пути, что вот и наш университет мог бы сделать для помощи вот в этой сфере, в сфере образования, исламоведения для мусульманского сообщества. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.